Всем привет из Зверят! Наступил наконец-то тот долгожданный день, когда мы будем заливать фундамент под мастерскую, под склад. И сейчас быстренько нужно успеть еще сделать армирование, опалубку под лежачий полицейский, который будет под воротами. Вот у меня есть специальные дуги, если вы можете их наблюдать. К сожалению, погодка сегодня хмурится. И как бы случайно дождик не начался. Если он начнется, это будет плохо. Но вроде бы как в районе обеда 50% обещают. Заливка у меня стоит на 2 часа. Ну, если что-то пойдет не так, я надеюсь, что я успею скорректировать движение транспорта. Сейчас, значит, быстренько вам покажу, что тут было сделано. Значит, обязательно загибалась арматура на углах. Плюс дополнительно еще я тут добавил ряд арматуры через 5-10 сантиметров, шаг ячейки 20 на 20, пленочка, чтобы бетон, качество бетона было лучше, чтобы молочко из него не быстро испарялось. Что еще? К сожалению, у меня нету стульчиков. Сейчас буду брать всякие разные камушки, вон там у меня лежат, и выставлять их под сетку, чтобы сетка была ровно в середине тела бетона. Не обязательно в середине, чтобы она была в бетоне. Ну, пожалуй, вот все, что хотел показать, рассказать. Сейчас еще раз пройдусь, проверю опалубку. А вот, кстати, закладные, про которые я говорил. У меня есть такие пластинки. К ней я приварил вот такую арматуру. 15 здесь сантиметров у склада, а у мастерской... Наоборот, у мастерской, а у склада там 10 сантиметров. И вот такие будут делаться закладные после того, как зальем бетон. Видите, здесь разметка сделана определенно, что как должно стоять. Ну и потом уже по ниточке натянем. Заказал, значит, я 7 кубов бетона. Так, где-то плюс-минус должно хватить, может быть, останется. Но если останется, мы вот здесь уже перед забором будем вот это все тут как-то заливать. Ну что, быстро займемся армированием лежачего полицейского и покажу, что из этого как получится. Что время тикает очень быстро. Пока тут дней 5 шли дожди. Кстати, смотрите, я сейчас заметил, что я тут не пропенил. Я же хотел пропенить и забыл. Сейчас увидел, надо это сделать в первую очередь. Короче, шли пока дожди. Вот эта вот фигня. Смотрите, как разбухло. Зараза. И что теперь? Я не могу ничего с этим сделать. Я-то планировал, что я быстро залью, а не получилось. Поэтому немножко кривоват будет фундамент, но это не критично. Ну, вроде как старался, а по факту вот так вот получается. Ну вот и дождик долгожданный. Не прошло и 15 минут, как заморосил. Меня спрашивали на тему того, Сергей, а как будешь делать, когда разберешь опалубку, у тебя из-под плиты весь песок вымыет. Сейчас я вам покажу, каким образом можно сделать. Есть такой небольшой лайфхак. Смотрите, просто выбираем весь песок. Он у нас сырой, он не рассыпается. Вот таким образом. И сюда у нас затекает бетон. И нигде ничего не высыпется. Все будет хорошо, замечательно. Вот таким образом это делается. Все-таки дождик загнал нас домой. Переждем. Надеюсь, что он быстро закончится. Это вроде прорисовывается. Такой у нас будет тут лежачий полицейский. Что-то я там немножко переборщил, снял больше, чем положено. Но это не страшно. Сейчас надо решить с опалубкой вопрос. Ну и вот такая красотень в будущем у нас здесь будет. Выставили опалубку. Ну, с большим запасом. Вот так. Сейчас быстренько прибираемся, быстренько подкрепимся и будем встречать машину. К сожалению, никогда у нас в России не бывает так, как ты планируешь. Планировал машину на 2 часа, время уже 3, никто не позвонил, никто ничего не сказал, сам набрал. Ну там через знакомых договорились, но дело не в этом, дело в том, что никто даже ничего не сообщил. Машина где-то застряла, задержалась и будет она где-то около 4. Вот такие дела. А у меня параллельно тут яйцо, параллельно инкубация, параллельно привезли поросят. В общем, вот так вот голова сегодня кругом. Ну ничего, справимся.
фрагмент, который вы только что досмотрели, был сделан с ускорением X4000. Наступил следующий день. Смотрим, что у нас получилось. Конечно, вот здесь, где заглажено, докуда можно было достать, смотрится посимпатичней, так скажем. Там, где не смогли достать, ну, выглядит как выглядит. Здесь склад. Есть, конечно, кое-какие погрешности. Попробую камеру поставить вот в том дальнем, ну, посерединке где-то, немножко побольше. Значит, опалубку я буду снимать только завтра. После того, как я ее сниму, у меня есть специальная чашка для болгарки. Буду шлифовать где-то излишки. Здесь тоже вот нас немножко выдавило. Ну, не критично, но все же, да. Очень сегодня сильный ветер. Холодный-холодный, просто кошмар. Это хорошо, что не жара. Потому что была бы жара, мог бы потрескаться все-таки немножко бетон. Были какие-то усадочные трещины. Но сегодня такая погодка, то, что надо для бетона. Финансовый вопрос давайте сразу обсудим. Вот эта арматура, которую я покупал, я не знаю, сколько у меня ушло и сколько тут было. Ну, можете сами посчитать, если кому интересно. Здесь 14-я арматура. Ячейка была 20 на 20 сделана у сетки. Арматура стоила в районе 15 тысяч. Это арматура, ну, по цене металлолома, так скажем. Плюс бетон. Я заказывал 7 кубов. Вот такой лежачий офигенный полицейский, да, у нас. Заказывал я 7 кубов. Марка бетона М250 на гравии. Так вот у нас здесь получилось. Неплохо, мне кажется. Надеюсь, что собакины уже здесь пролезть не смогут. Вот такая щель. Расстояние 15 сантиметров от ворот до лежачего полицейского. Немножко мы здесь вчера уже не смогли перебраться до конца. Потому что мы закончили где-то около 10 часов. Машина приехала в 5 часов. 2 часа так вот активной работы. И потом мы уже всякие тут доделки доделывали. В общем, мне кажется, получилось, ну, неплохо. Ну, не сказать, что прямо идеальная пятерочка. Ну, в целом, мне кажется, хорошо. В принципе, это вот вся информация, что я вам хотел сказать. По срокам, наверное, если с учетом инкубации, с учетом дождей, на все про все у нас ушло, наверное, недели полторы. Надо посмотреть по сюжетам, я, честно говоря, не помню. В общем, все, дорогие мои. Если вам понравилось видео, вот ставим такой большой жирный лайк, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока.